Bismillah, alhamdulillah, salatu assalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabar. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия хияру аль-айб, то есть право покупателя на возврат товара из-за дефекта, который присутствует в нем. И на прошлом уроке начали разбор этих вопросов и разобрали целую группу вопросов, которые касаются этой темы. Так, и сегодня продолжаем разбор данного цикла вопросов. Говорит первый вопрос: «Иза кана аль-хули аллази иштараху кад талифа алейх». Если украшение, которое он купил, отталифа алей, исчезло у него, то есть что сделало? Допустим, испортилось, или его украли, например, у него, или его потерял. Короче, у него его сейчас уже нет. Фалям ясаты араддаху, и по этой причине он не может его вернуть. Здесь необходимо подписать «Идакан аль-хали аль-маиф», имеется в виду. То есть если аль-хули, вот это вот украшение является каким? Аль-маиф, является таким, которым есть дефект. Человек купил украшение. Купил украшение, принес его домой и нашел в нем дефект. Хотел его сдать, пока шел, пришел в магазин, в кармане смотрит, а его уже нет. Потерял где-то по дороге. Ходил, искал, ничего не нашел. Так, как в этом случае он поступает? То есть, смотри, он, допустим, возьмем, он отдал, допустим, свое кольцо, женское кольцо, которое весит, например, 3 грамма. И взамен этого купил 3 грамма золотых сережек, тоже, допустим, своей жене. Потом, когда домой пришел, увидел, что в них есть айб, в них есть какой-то дефект. Когда хотел вернуть, обнаружил, что оно уже потерялось. Теперь как он может поступить? Помните, мы разбирали это как танбих, как примечание к последнему вопросу на прошлом уроке. Говорили, если человек купил, допустим, золотые сережки за золотое кольцо такого же размера, и потом нашел дефект, у него может быть только один из двух вариантов. Либо он оставляет у себя эти сережки и терпит этот дефект, так, то есть смиряется с ним, либо он отдает эти сережки обратно и забирает свое кольцо. И при этом, если он оставляет у себя эти сережки, он уже не может требовать, чего не может требовать аршуль-айб, возмещение за недостаток, который есть в этих сережках. Почему? Потому что получится в этом случае, что он купил 3 грамма золота за 3 грамма золота еще плюс за какую-то цену денег. То есть получается уже неравное количество граммов золота. Понятно или нет? А это минар либо уят, то есть из вещей, в которых есть расточительство, это запрещается. Поэтому либо он оставляет у себя с этим дефектом и терпит, наличие этого дефекта, смиряется с ним и не может требовать аршуль-айб, либо что делать, либо обратно отдает это серебряное, точнее это золотое украшение и забирает свое золотое украшение обратно, то есть кольцо в данном случае, в нашем примере. Теперь другой пример, похожий пример, только в этом случае он уже не может отдать обратно эти золотые сережки. Почему? Потому что они у него потерялись. То есть еще в них увидел дефект, еще и потерялись, не может теперь забрать свое кольцо. Теперь вопрос. Может он требовать аршуль-айб или нет? В этом случае он может требовать возмещение за недостаток или за этот дефект, который был в этих сережках. То есть забрать обратно свое кольцо и отдать деньгами уже, то есть купюрой, отдать продавцу, которому он это кольцо продавал, отдать купюрами, но не столько, сколько стоят эти сережки, если бы мы их перевели в деньги, а уже в меньшем количестве денег, так как они бы стоили с дефектом. Стоили или нет? Говорит, закара джамаа мин ахли аль-илм анна лаху ан йафсах аль-байъ. Говорит, в этом случае целая группа ученых говорит о том, что в этом случае он может расторгнуть сделку, ва яхуз ас-самн мин аль-байъ, и забрать обратно ту цену, которую он отдавал продавцу. То есть в нашем случае свое кольцо он может забрать обратно. Сумма юкаввам аль-хули маъибан, а затем оценить, сколько были или сколько стоили те дефектные сережки в деньгах. То есть уже не золотом, не серебром, а как купюрами денежными. Говорит, ва-ю'ид иль-байъ мин ас-самн ан-низба фи кимматихи маъибан. И уже возвращает кому? Возвращает продавцу деньги за сережки не в полном количестве, а в уменьшенном количестве. И это уменьшение произошло за счет чего? За счет уменьшения вот за этот дефект. Понятно или нет? В этом случае разрешено. Почему? Потому что здесь ты уже не меняешь золото за золото, а забираешь золото и отдаешь деньгами за тот дефект, который присутствовал в тех сережках. Далее, следующий вопрос.